Американские сенаторы угрожают санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Направленном руководству управляющей компании письме Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон отмечают, что оператор лишится перспективы финансового выживания в случае дальнейшей логистической поддержки проекта. Вашингтон заявляет об угрозе европейской энергетической независимости, а заодно активно лоббирует расширение поставок в ЕС своего сжиженного газа, отмечают некоторые эксперты. Строительство трубопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию, практически завершено. Не закончен последний участок в 160 километров. В порту Мукран хранятся материалы, а также пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский». Американские санкции могут напрямую затронуть около 120 компаний из более чем 12 стран Европы, которые так или иначе связаны с проектом. Вашингтон грозит заморозить их счета, а менеджерам закрыть въезд в США. В Германии подобные экстерриториальные санкции считают противоречащими международному праву и заявляют о вмешательстве во внутренние дела европейских стран.